Привет. А мы на море. Здесь фотографируются девушки. Посмотрим пока на девушек. А я пока подготовлю термометр для проверки контрольного замера воды. 8 вечера. Температура воздуха, как вы знаете, порядка 26 градусов. Во всяком случае, так показывал мой автомобиль. Дельфинарий «Морская звезда» рекламирует свои услуги, а я закидываю невод в море на центральном пляже сегодня. Проводим контрольный замер температуры воды. 19,2 резко. 18,8, 19. 18,9, 18,8. Похолодало, ребят. Не очень приятный сюрприз, но, тем не менее, это никого не останавливает, уж поверьте. Вот. Водичка свежая, прохладная, но народ купается. Вот смотрите, девчонки заходят прям в воду. Ходят и выходят. Зашел, окунулся и все, и дальше там уже тепло и хорошо. Но в любом случае я не буду наговаривать, сами понимаете, но это далеко не самая лучшая вода для июня месяца. Хотелось бы чуточку получше, побольше. Но ничего, чай не впервой. Такое у нас. Я так думаю, что все-таки через денек, через другой прогреется. Вон, смотрите, вот есть девушки в наших селениях. Свежо. Зашла, окунулась, вышла. Заходите, вот видите, кайфует, кайфует. Даже мелкие заходят. Я не могу. Свежо. Всем еще раз добрый день. И всем пока. С теплого берега, но пока еще прохладного моря. Пока все-таки прохладное. Все равно приезжайте, скоро согреется. Пока доедете, все будет тепло. Обратите внимание. Но информацию буду вам передавать актуальную. Завышать температуру не буду. Вот все, что термометр показал. Так и будет. Все, друзья, всем пока. Привет из Владимирского. Потопал, да, домой. Укладывать вам много-много роликов.